Массовое отравление или кишечная инфекция? 18 учеников и 2 преподавателя Чебоксарской школы номер 50 обратились в больницу. Всего госпитализировано 14 учащихся и 2 взрослых. По данным Минздрава Республики, в настоящее время 8 детей находятся на стационарном лечении в городской детской больнице номер 2. Еще 2 взрослых и 6 несовершеннолетних в БСМП. 4 детей проходят лечение амбулаторно. Сейчас специалисты проверяют соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по данному факту. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашии проводится проверка по факту массового отравления учащихся в одной из школ города Чебоксары. Всплеск желудочно-кишечных расстройств у учащихся был зафиксирован в ночь с 11 на 12 марта 2020 года. По предварительным данным, всего с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 учеников школы. Со слов родителей, жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой днем ранее. Незамедлительно на место происшествия прибыли следователи. В настоящее время проводится тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся. Будут установлены причины и условия, этому способствовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.